В преддверии новогодних праздников ко мне поступили вопросы, как сделать снежинку. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать снежинку. Вот такую снежиночку сделать очень легко и просто. Я в подробности вам расскажу, как ее сделать, покажу. Конечно же, схемку я оставлю в конце видео на эту снежинку для тех, кто вяжет по схеме. Такую снежиночку можно, в принципе, связать из любых ниточек. Если вы будете использовать тоненький мохерчик, то получится очень пушистая снежинка и маленькая. Если вы будете использовать акрил, как я, получится большая снежинка. То есть по сравнению с моей ладошкой вы видите соотношение. Вот. Если вы хотите маленькую снежинку, можете связать ее из тонкого хлопка белоснежного. То есть в любом случае вы можете попробовать на любых ниточках любым цветом, а затем уже отталкиваясь от этого, вы свяжете тех размеров и, в общем, в принципе, туда, куда вам нужно ее прикрепить. Можно ее сделать на подвесочке, то есть большой, маленькой, на елочку, либо, смотря куда вам нужно, можете просто без подвесочки сделать просто снежинку, если вам ее нужно пришить к какой-то кофточке, либо костюмчику, либо, если вы сделаете ее из хлопка маленькую, то к пинеточкам, как украшение на новогодние пинеточки, сапожки. В общем, если вам понравилось и интересно, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Берем ниточку, крючок и делаем начальную воздушную петельку. Закрепляем ее и набираем еще 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Находим начальную петельку и замыкаем в колечко соединительным столбиком. У нас получилось вот такое колечко. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще одну воздушную петлю. Теперь накид. И в колечко набираем столбик с одним накидом. Провязали столбик. Теперь делаем воздушную петлю. Снова делаем накид и провязываем в колечко столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. И так нам нужно провязать 11 столбиков с одним накидом. 3 петли воздушного подъема будут нам служить 12 столбиком. Поэтому делаем воздушную петлю и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Я сейчас пересчитаю. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля, 11 столбик. Воздушная петля, 12 столбик. Теперь воздушная петля и третью петлю подъема замыкаем в круг наше вязание. Получается вот такое обвязанное колечко, чередующая воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Итак, первый ряд провязан. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и находим между петлями подъема предыдущего ряда и столбиком с накидом воздушную петлю. В нее делаем столбик без накида. Теперь 6 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Находим через столбик, вот она воздушная петля предыдущего ряда. Делаем сюда столбик без накида. Теперь делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И находим следующую воздушную петлю через столбик. Делаем столбик без накида. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек. Через столбик воздушную петлю, столбик без накида. А затем 1, 2, 3, 4, 5. И через столбик воздушную петлю, столбик без накида. То есть чередуем 6 воздушных петелек, столбик без накида, 5 воздушных петелек, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик без накида через столбик в арочку. И 1, 2, 3, 4, 5. Через столбик в арочку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
через столбик в арочку, столбик без накида делаем. И 1, 2, 3, 4, 5. Через столбик в арочку, столбик без накида. Так, чередуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Через столбик воздушную петелечку предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Снова через столбик петелечку предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем столбик без накида в следующую арочку между столбиками. Сделали. Теперь у нас получается в начале и в конце ряда 2 большие арочки по 6 воздушных петелек. Нам нужно сделать маленькую между ними. Поэтому делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и находим столбик без накида в начале этого ряда. Провязываем в него столбик с одним накидом. То есть мы сделали маленькую арочку. Теперь возвращаемся в нее же и делаем столбик без накида. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И находим первую арочку большую. Накид. И в нее провяжем 2 столбика с одним накидом. Один столбик и сюда же второй столбик. Теперь делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Находим первую из 4 петелек нижнюю. И в нее делаем соединительный столбик, продевая его через 2 петелечки. У нас получилось вот такое вот букле. Называется в вязании это пико. То есть пико из 4 воздушных петелек. Теперь делаем 2 накида. И в арочку сюда же делаем столбик с 2 накидами. 1, 2. Сделали столбик. Теперь набираем цепочку из 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Находим начальную первую петельку и делаем сюда же соединительный столбик сквозь 2 петельки. Мы сделали пико из 7 воздушных петелек. Теперь делаем 2 накида и в эту же арочку делаем столбик с 2 накидами. 1, 2. Теперь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И находим начальную петельку, делаем в нее соединительный столбик сквозь 2 петельки. Получилось второе маленькое пико. То есть смотрите, сделали 2 столбика, пико, столбик, пико, столбик, пико, значит довязываем в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. Делаем накид и провязываем первый столбик сюда. И делаем накид, второй столбик сюда же. Довязываем. Провязали 2 столбика с одним накидом, теперь делаем 2 воздушные петли, как и в начале. В следующую арочку делаем столбик без накида. Теперь снова делаем 2 воздушные петли подъема, накид. И в эту большую арочку повторяем точно такой же раппорт. 2 столбика с одним накидом, 1 столбик, сюда же второй столбик. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. В первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь 2 петли. Пико готово. Теперь делаем 2 накида, столбик с 2 накидами провязываем 1, 7 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первую петлю делаем соединительный столбик сквозь 2 петелечки. Второе пико готово. Теперь делаем 2 накида в эту же арочку, делаем столбик с 2 накидами. И снова набираем на пико 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в первую петелечку, делаем соединительный столбик сквозь 2 петли. Третье пико готово и завершаем раппорт 2 столбиками с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. 2 воздушные петли соединяем в следующую арочку столбиком без накида. Смотрите, на самом деле все очень просто. Главное запомнить чередование. У нас идет всего в арочку 6 столбиков и 3 пико. Вы провязываете 2 столбика с одним накидом, делаете маленькое пико.
столбик с двумя накидами, столбик с двумя накидами, между ними пико из 7 воздушных петелек. Затем между двумя, получается, столбиками с накидом в начале и между двумя столбиками с накидом в конце у нас 2 пико. Между ними столбики и отделяются от маленьких. Ну, то есть провязываете 2 столбика пико, столбик пико, столбик пико и 2 столбика завершаете. 2 воздушные петли подъема в начале и в конце рапорта. Еще раз показываю. 2 воздушные петли подъема. Накид. В эту арочку большую делаем 2 столбика с одним накидом. Затем у нас идет маленькое пико. Для него набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Первую петлю провязываем в соединительный столбик. 2 накида делаем. Столбик с двумя накидами провязываем. Затем у нас идет большое пико. 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь в первую петелечку подъема делаем соединительный столбик сквозь 2 петелечки. Затем делаем 2 накида и в эту же арочку провязываем столбик с 2 накидами. Время у нас сейчас подходит ко второму пико, поэтому делаем 4 воздушные петли для маленького пико. Делаем соединительный столбик сквозь 2 петелечки и завершаем раппорт наш двумя столбиками с одним накидом. Один столбик и сюда же второй. 2 воздушные петли для спуска. В следующую арочку делаем столбик без накида. 2 петли подъема. В следующую арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Затем у нас идет маленькое пико из 4 воздушных петелек. Делаем соединительный столбик сквозь 2 петельки. Сделали маленькое пико. 2 накида. Делаем в арочку столбик с 2 накидами. Время для большого пико. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем в начальную петельку из 7 соединительный столбик. Большое пико у нас сделано. Делаем 2 накида и провязываем пару к нашему столбику первому. Теперь делаем маленькое пико. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. В первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь 2 петли. Третье пико, второе маленькое пико готово. Теперь делаем накид и завершаем раппорт двумя столбиками с одним накидом, как и начинали. 2 петли для спуска воздушные. В следующую арочку столбик без накида. 2 петли подъема. Делаем накид и большую арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Теперь делаем для пико 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь 2 петли. Маленькое пико готово. 2 воздушные петли делаем в арочку. 2 накида. Делаем в арочку столбик с 2 накидами. Теперь 7 петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 для пико. Первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь все петли. Пико из 7 петель готово. Делаем 2 накида и столбик с 2 накидами завершаем. Теперь пико из 4 петелек. Набираем 4 петельки воздушные. Первую петлю делаем соединительный столбик сквозь все петельки. Маленькое пико готово. Завершаем раппорт 2 столбиками с 1 накидом. Первый столбик и сюда же второй. 2 петли воздушные для спуска. В следующую арочку делаем столбик без накида. 2 петли подъема. Делаем накид. И в арочку провязываем 2 столбика с 1 накидом. Время для маленького пико. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь все петли. 2 накида, столбик с 2 накидами. Большое пико, 7 воздушных петелек. 3, 4, 5, 6, 7. Первую петелечку делаем соединительный столбик. И еще один столбик с 2 накидами. Провязываем. Время для маленького пико. 4 воздушные петли. 1, 2, 3.
3, 4. Первую петелечку делаем соединительный столбик сквозь все петельки. Третья маленькая пипон. Готово. И завершаем раппорт двумя столбиками с одним накидом. Один столбик и сюда же второй столбик. Две воздушные петли для спуска. Соединяем их столбик без накида в начале нашего ряда соединительным столбиком. Вытягиваем петельку и разглаживаем нашу снежинку. Получается вот такая замечательная снежиночка. Если хотите сделать подвесочку, можете, вытаскивая вот эту вот воздушную петельку последнюю соединительного столбика, просто набрать цепочку из воздушных петелек вот так вот. Просто какой вам нужно длины, неважно сколько, пусть это будет 30 воздушных петелек, пусть это будет 40, 60. Той длины, которой вам нужна подвесочка. То есть вот так вот просто набираете. У меня это, к примеру, вот такая будет подвесочка. Вы уже делаете по-своему и смотрите, как вы хотите, чтобы была по размеру. Это если нужна. Если не нужна, просто оставляете вот такую вот снежинку. В таком вот виде. Обязательно не забудьте соединительным столбиком или соединительной петелькой соединить вашу большую петлю подвесочку, если она нужна. Можете прогладить утюжком, можете просто намочить и в разложенном виде вот так вот оставить до полного высыхания. Такая замечательная снежиночка у нас получается. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, понравилось. Схемку я оставлю в конце видео на эту снежиночку обязательно для тех, кто не понял, как вязать по видео, а понятнее будет, как вязать по схеме. Поэтому с удовольствием я рассмотрю ваши комментарии. Поставьте лайки, не забудьте, подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим. Пока-пока!